еду за КамАЗом, КамАЗ тащит газик 66-й. И посередине дороги едет, даже по левой стороне, вернее. Праворульное движение, видать, думает, что ли. Не пропускает ни хера придурочных, блядь. Что за придурки, блядь, пьяные, что ли, там едут или что? Сегодня суббота. День опасных ситуаций, видать. Пропускает, блядь. Дурак, но вот взял, специально взял, повернул на встречную сторону. Какой-то дурик полный. Соликамский бумзавод. Машина вроде бы как. А, машина, наверное, вот эта, газик, это скорее всего Красновишенск лес. Наверное. Тащу, блядь, сломалась что-то. Движок накрылся, наверное, что-то такое, видать. Может, коробка даже. Видать, тащат сюда, в гараж, в город. Не, пропускать не надо, нахера. Праворульное движение по левой стороне херачит. Даже на повороте вам пофиг. По левой стороне едут. Какой-то вообще... неадекватный водила, по ходу дела. Так давно уже заметить должен меня. И в эту сторону, ну, пропустить. Я-то быстрее все равно еду. Я ж никого не тащу. Ну, в принципе, пускай тащит. Если гаишники остановят их первых, а меня, может, я успею проскочить как раз в это время. Лишний раз, чтобы не останавливали. Конечно, тут мимо гаишников с лесом не проскочишь, все равно остановят. 100% они. Если с лесом едешь, это 100% останавливают сразу же. Встречный пропускает почему-то. На таран не идет по левой полосе. Как-то удивительно. Видимо, встречные машины видит еще. А задние, видать, в зеркало все, уже зрение не настраивается, наверное. Уже все на... в говне уже, пьяный, видать. Ты пьяный или кто? Пьяный. Ну вот и все, лямку завяжи тогда. Что завязать? Лямку завяжи. Да, таких дуриков я не видел еще. Давно уже не видел. Вообще не видел, скорее всего, сказать. Точнее, так сказать. На четвертой передаче сейчас проехал все это расстояние. Мог бы на пятой ехать спокойно. Тем более я тут четверую везу сейчас, остатки там уже, не полную машину даже.
головки лапы раздвинуты, аутриггер. Не задвинул даже он, на КамАЗе, я имею в виду. Торчат лапы. Что-то остановился, как-то удивительно. Чего остановился? Ехал бы дальше. Дальше боится ехать, видать. Все, надо сейчас. Надо протрезветь немножко, потом поедет, наверное. Ладно, едем дальше, выключаю камеру.